деревне водоблочника появилась, пиздец. Всем здорово. Ой, рука. Извините, рука матом. Андрюха приехал. У него вон какой. Тоже такой же акушник. Тележка. Да, в нашем районе он самый такой ходовой. Вот это все заводское установление. Конструкция. Тормоза вон какие. Здесь вот на валу. Цепное. Тормоз. Это обычная пушка или фашка. Да не, зачем? Вот это, ты проверишь, что ли, Кирич? Андрей, нахуй, сломал. А у нас, Вовка, вон туда кнопку, блядь, эту. Провел вон туда кнопку. Щелкнула она, блядь. Трын-трын-трын. Я ничего. Как говорится, конечно. А ты напрямую сделал? Здесь сидушка, да? Приплужники, ну вот. Куда ты, блядь? У меня кузняк. А-а-а. Ты сейчас не платил. Не так геморрой. А у нас, Вовка, три штуки вот эти, да? Не три, наверное. Нет, вот это у нас по три, наверное. По две пары. Не по две, нет. Они не суммы на раз. Ну все, теперь, Андрей Михайлович, была служба по доставке, теперь будет по кучным огородам, да? Мозги возьмут, да. Попрет, колы. Попрет. Вадима на три нурой, блядь. Вадима, блядь. Вадим, что ты жена? Женился нахуй, со мной почти не разговаривай. Конкуренты видят. Жена до розы, родители сейчас, да? Ну, новенький, да? 14-го года. А? Новенький прям. Ну, а нас и ко мне нет. Ся, 17-й год. Во. У нас тоже, наверное, такой. За 30-ник взял. Хорошо.